fires, coffee from a tin cup in my hand. Sure warms the fingers when it's cold. Picking this old guitar, a friend I understand. Сегодня мы находимся в хозяйстве, где разводят арабских лошадей и тренируют арабских лошадей. Вот представитель арабок, это кобыла. Она из Пензенской области, собственник Дмитрий Чакшов. Сейчас мы наблюдаем процедуру зачистка перед седланием. Потом, чуть позже, у нас будет тренировка. Мы вам все покажем, как тренируются арабские лошади у нас в Краснодарском крае. Друзья, вот сейчас прошел, ну, лошадь почистили, и сейчас конкретно процесс седлания будет перед тренировкой. Значит, одевается вольтрап, правильно? Да. Потники вы используете? Ну, внизу потник, а сверху меховушка. Вот это потник, меховушка, да, чтобы седло не давило, правильно? Да. Все, вот сейчас процесс седлания идет, и мы посмотрим, как эта кобылка будет тренироваться. Друзья, как вы видите, все лошади готовы к тренировке. Последняя лошадь – это чистокровная английская лошадка, владелец – Рассвет, Курганинский район. Country's so pretty, it goes on and on for miles. Takes away my troubles and my cares. And I think God must be a cowboy at heart. Друзья, пока лошади тренируются, мы решили отсняться в самой конюшне. Ну, конюшенка стандартная, небольшая, принадлежит частному предпринимателю, ну, частному владельцу. Как мы видим, как у нас на Кубани принято, у нас большие тюки, да, и вообще во многих хозяйствах запасаются сеном на зиму. Вот еще сено осталось, наверное, зимних запасов. И, ну, как бы данное сено всегда укладывается в сухое место, чтобы всю зиму кормить лошадей. Вот мы видим пустые деники, откуда лошадей уже вывели на тренировку. И некоторые лошади ждут своего тренировочного процесса, ну, по своей очереди. Так как здесь три тренера, они выезжают на выездки, на тренировки. Поэтому лошади тренируются, ну, по три головы тренировки идут. Давайте пойдем посмотрим. Ну, конюшенка стандартная, здесь чистенько. Мы видим, что хозяйство соблюдает чистоту. Здесь подметается, здесь отбиваются деники, как правильно говорить, у скаковиков говорят. Ну и, соответственно, вы сами можете посмотреть, что содержатся лошади в нормальных условиях. To the town of Alfrey rode a stranger one fine day. Hardly spoke to folks around him, didn't have too much to say. No one dared to ask his business, no one dared to make a slip. The stranger there among them had a big iron on his hip. Big iron on his hip. It was early in the morning when he rode into the town. He came riding from the south side, slowly looking all around. He's an outlaw, loose and running, came the whisper from each lip. And he's here to do some business with a big iron on his hip. Big iron on his hip. In this town there lived an outlaw by the name of Texas Red. Друзья, как мы видим, продолжается тренировочный процесс. Рысь переходит в кентер, потом обратно на рысь. То есть идет стандартная тренировочная процедура.
Друзья, как я уже говорил, мелкие хозяйства частные, они как бы сами готовят тренировочные круги. И вот как мы сейчас видим, дорожка, то есть общий круг у них тренировочный 2600, а прямая, которая они размашки делают, галоп делают, кентируют, она 1050 метров. То есть ежедневные тренировки проходят вот на этом круге. Ну, как-то стараются выходить из ситуации, чтобы лошади тренировались. Ну, поэтому какой-никакой, а тренировочный круг. Вот. Wasn't long before the story was relayed to Texas Red. But the outlaw didn't worry, men that tried before were dead. 20 men had tried to take him, 20 men had made a slip. 21 would be the ranger with the big iron on his hip. Big iron on his head. The morning passed so quickly, it was time for them to meet. It was 20 past 11 when they walked out in the street. Folks were watching from the windows, everybody held their breath. They knew this handsome ranger was about to meet his death. About to meet his death. There was 40 feet between them when they stopped to make their play. And the swiftness of the ranger is still talked about today. Texas Red had not cleared leather for a bullet fairly ripped. Друзья, вот мы видели сейчас, как отработали трехлетние лошади, три головы. А сейчас наступает очередь двухлеточек. Они тоже сейчас пойдут на тренировочный круг. Но я хотел бы подробнее остановиться о рационе. Вот у нас недавно были поездки в московские конно-спортивные клубы, и я заметил такой нюанс. Значит, многие конкурные лошади, они вот почему-то от овса отходят, и прямо вот на беззерновое питание и так далее и тому подобное. Но что касается скаковых лошадей, как говорят собственники, как говорят ветеринары, что без овса скаковая лошадь, она скакать не будет. Та, которая лошадь под средними, под сильными, под тяжелыми нагрузками, в ее естественном рационе всегда присутствует овес. И вот разговаривая с тренерами, разговаривая с собственником, сколько они дают, значит, ежедневная норма дачи у арабской лошади от 5 до 6 килограмм, в зависимости от нагрузок. А чистокровная лошадь, она плюс-минус килограмм у них идет. От 6 до 7 килограмм некоторые собственники кормят. Ну, я думаю, что рацион отличается, может, по своим причинам, да, конкурная лошадь и скаковая лошадь. Ну, вот я заметил такую особенность. Также скаковики стараются не превышать норму с сеном. То есть многие, бывает, сено наложили, и от этого сена сенной животик. Но здесь в хозяйстве сено кладут именно норму, либо чуть меньше, заменяя его концентратами, то есть чуть больше добавляют овса. Вот такую особенность я заметил между конкурными лошадьми и именно скаковыми лошадьми. Друзья, все вы знаете, что компания ProtectFit является производителем комбикормов для сельскохозяйственных животных, и в том числе и лошадей. И также вы знаете, что 2 года назад мы запустили линейку, значит, порционных добавок, витаминно-минеральных, пробиотических, антиламинитных, электролитных там, и так далее и тому подобное. Я хотел бы немножечко остановиться на этих добавках и рассказать вам, почему мы выбрали именно такую форму упаковки для вот этих продуктов. Значит, вот сейчас я покажу, как вскрывается данная коробка. Значит, мы видим здесь 30 пакетиков витаминно-минеральная добавка. Вот в частности я показываю, витаминно-минеральная добавка — это весь спектр витаминов и минералов, которые нужны лошади ежедневно, тем более те, которые проходят тренинг, и тем более те, которые находятся под средними, даже слабыми, низкими, средними и высокими нагрузками. Так вот, я хотел бы остановиться, почему именно мы выбрали такую форму. Дело в том, что мы недавно были в Москве и посещали очень много конно-спортивных клубов. Ситуация следующая.
собственник или собственница держит лошадь, ставит ее на постой в каком-то из клубов. В данном случае мы были в Ждановском подворье. Это пробиотическая добавка, я сейчас вам покажу. Вот она, пробиотическая. Также 30-граммовая фасовка, ровно порция, порционная добавка, суточная норма для лошади. Так вот, что я хотел сказать. Были в Москве, в конно-спортивном клубе Ждановское подворье. И вот приезжает собственница, ставит на постой лошадь свою. И раз-два в неделю приезжает там поездить на лошади, посмотреть на лошадь, там проскакать и так далее и тому подобное. Дело в том, что данные лошади, они на обеспечении данного конно-спортивного клуба. То есть люди платят арендную плату, куда входит и питание, сено, там основное питание, сено, овес, там трава и так далее. Но я заметил особенности. Сидит собственница, у нее несколько пластиковых банок с разными ингредиентами, с разными добавками. Для суставов, там, пищеварительная добавка, витаминная добавка. И все расфасовано по ведрам. Так вот, чтобы рассказать коноводу, сколько давать, она на каждом ведре, собственница, в данном случае была собственница, на каждом ведре пишет, этой лошади дать 30 грамм суставной добавки, 25 грамм витаминной добавки, там и пробиотик она еще принимала, данная лошадь, потому что у нее какие-то проблемы были с пищеварением. Я ей задал вопрос, а для чего вы это делаете? Она говорит, вот я сейчас нахожусь здесь 2 часа, позанималась и уехала домой. Я не знаю, как коновод внесет, это человеческий фактор так называемый, внесет ли она с горочкой ровно там 30 грамм, внесет ли она меньше, то есть либо перенасыщенность будет витаминов, либо наоборот, недобор витаминов будет. И поэтому у нас на заводе принято решение ветеринарами, специалистами по кормлению, производственниками использовать для фасовки микроэлементов, витаминно-минеральных комплексов, пробиотических комплексов. У нас линейка широкая, есть и электролиты, есть и антиламинитные добавки, есть добавки по защите печени. То есть широкий спектр добавок, все фасуется в алюминизированную трехслойную упаковку. Данная упаковка 30-граммовая, то есть мы высчитали суточную потребность лошади в любых микроэлементах, то ли это витамины, то ли это пробиотический комплекс, и фасуем в 30-граммовые упаковки. Для чего? Да для того, чтобы собственник и собственница не приходила и не писала, и знала, была уверена, что коновод скроет добавку, высыпет в комбикорм и лошадь получит все, что ей необходимо в сутки. То ли это пробиотик, то ли это витаминно-минеральная добавка. То есть не надо писать на ведрах, не надо переживать, что коновод не исполнит свою обязанность, там, не досыпет, либо пересыпет. Вот поэтому мы приняли решение перейти именно на такую упаковку. На более удобную и более прочную упаковку. Следующий фактор, почему мы перешли именно на эту упаковку. Как вы все знаете, ну вот, например, не будем рекламировать добавку, пластиковые банки. При вскрытии пластиковой банки, если здесь находится витаминно-минеральный комплекс, то ли пробиотик, неважно. Как только вы получили данную банку с магазина, вы ее вскрываете, соответственно, чтобы внести в там, норму какую-то лошади при кормлении. Все, начинается агрессивная среда, то есть агрессивная среда начинает проникать, соприкасаться с этой добавкой, кислород, бактериальная обсемененность, влажность, то есть свет и так далее. Все, процесс разрушения витаминов, микроэлементов начался. То есть каждые 10 дней, есть научные статьи, значит, эффективность данной добавки, уже открытой добавки, падает на 10-15%. То есть если у вас вы приобрели 3-килограммовую витаминно-минеральную добавку, за месяц она уже эффективность процентов на 30-45 теряет. Это напрасно выброшенные деньги. Более того, я хотел бы сказать следующее, что разрушение данных витаминов, оно может происходить
как при вскрытии самой банки, а также по человеческому фактору. То есть у коновода в данном конном клубе находится там под управлением или обслуживает один коновод там 10 лошадей, 8 лошадей. То есть она пришла, набрала колпачок, поставила, закрыла, не закрыла, она может вечером прийти закрыть, когда обслужит всех лошадей, уберет за ними, там, почистит лошадей, все. И весь этот день ваша витаминно-минеральная добавка подвергается разрушению. И, соответственно, это также неудобно и, более того, неэффективно. То есть вы выбрасываете свои деньги на ветер. Поэтому, друзья, вот по этим двум основным факторам мы перешли именно на вот такую порционную, удобную и эффективную в использовании добавку. То есть данная добавка непосредственно вскрывается перед внесением в корм, и все полезные микроэлементы в безвоздушном пространстве, то есть выпустили с завода добавку, все, она в безвоздушное пространство заходит. Все, никакого разрушения, никакого соприкосновения с кислородом, никакого соприкосновения там, с сыростью, бакосемененность данная добавка не получает. Вот эти два фактора, которые повлияли на нас и на наше решение выбрать именно такую фасовку. Друзья, вы подписывайтесь на наши каналы, на наш канал в YouTube, на наш канал, на наши социальные сети во ВКонтакте, в Инстаграме. Мы ссылочки обязательно выложим в описании. Также, друзья, приходите к нам в магазины на Озон, компания Protect Fit, на Wildberries, а также на наш интернет-ресурс efit.ru. Любите своих лошадей, кормите их правильно. То есть вскрывается пакет порционы. Вот. Вот она. Витаминно-минеральная добавочка. Рассыпается. И все это вымешивается, чтобы патока достала до самого дна. Друзья, ну это я вам показываю на примере как бы одного ведра, как это все делается. Так-то в хозяйстве много лошадей, и специальная ванна есть, где овес промывается сначала, потом вносятся отруби, и соответственно потом, если, например, 5 голов кормится, то вносятся 5 пакетиков витаминно-минеральной добавки, и все это тщательно-тщательно вымешивается. Запах просто шикарный. Сам овес, сами отруби дают шикарный запах. Ну и энергия еще есть от свекловичной патоки. Все, получается вот такая смесь, которую очень-очень-очень любят скаковые лошадки. Да и не только скаковые. Друзья, вот такой рацион, в отличие от конкурных лошадей, вот такой рацион. Да, и многие и конкурные лошади кормят овсом, просто я сказал, что некоторые лошади отходят от овса и переходят на беззерновое питание. Ну, на то есть причины, соответственно. When I was but a young man, I was wild and full of fire. A youth within my teens, but full of challenge and desire. I ran away from home and left my mother and my dad. I know it grieved them so to think their only boy was bad. I fell in with an outlaw band, their names were known quite well. How many times we robbed and plundered, I could never tell. This kind of sinful living leads only to a fall. I learned that much and more the night I heard my master call. One night we rustled cattle, a thousand head or so, and started them out on the trail that leads to Mexico. But a norther started blowing, and lightning flashed about. I thought someone... Друзья, и вот закончилось у нас сегодняшнее путешествие в Курганинский район, в станицу Новоалексеевскую, на кониферму, где разводят и тренируют как арабских, так и чистокровных лошадей. Смотрите за нашими новостями в наших социальных сетях. До новых встреч, друзья!
И я напоминаю, что с вами был Юрий Кобелев, компания Protect Fit. Пока-пока.